бурные и продолжительные аплодисменты. Аплодисменты, да. Что там за лайт такой? Спокойной ночи, малыши. 6 утра. Водители засыпают. Появляется мафия. Дорожное радио 96.0 FM. Вторник сегодня, 13 сентября. Никита Леонов, это я. На Дорожном радио начинается программа «С утра пораньше». В столице 6 часов. Дорожное. Москва. FM 96.0. Вместе. В пути. Дорожное. Новости на Дорожном радио. С новостями нас познакомит Павел Третьяков. Доброе утро, Паша. Привет, Никита. Доброе утро всем, кто в пути. О главном. МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Ведомстве рекомендовали водителям поставить автомобили в гараж, либо парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Предупреждение действует до утра вторника. Не страшны тебе. Песня о шофере. Никита Леонов в студии Дорожного радио «С утра пораньше». Я сейчас скорее даже не шофер, а, ну, шахтер, наверное. Хотя нет, скорее кинооператор. Дело в том, что мой коллега Павел Третьяков, он мечтает, видимо, прославиться на весь интернет и просит меня поснимать на видео, как он работает. А как? У меня руки заняты. Я вот тут в микрофон говорю, на кнопки нажимаю. Руки заняты. Как снимать-то? И вот он приволок, значит, камеру, которую надевают на голову. Вот я сейчас вам все это говорю. А на голове у меня вот эта вот штука с фонариком практически. Итак, Павел Третьяков в студии, если он готов. Тогда, внимание, Паша, дубль первый, дорожная хроника, мотор. Дорожная хроника на Дорожном радио. Доброе утро всем, кто в пути. Дополнительная пассажирская платформа открылась на станции «Отдых» Казанского направления. Теперь там останавливаются спутники из Москвы до Раменского и обратно. При этом остановка на станции «Касино» отменена. Напомню, от станции «Отдых» центральная пригородная пассажирская компания запустит автобусы до нового аэропорта Жуковский. Они будут курсировать с интервалом в полчаса. Вы слушали «Дорожную хронику». Счастливого пути! Года. Ну, не очень удобно с этой штукой на голове, все-таки должен вам признаться, с этой видеокамерой. О погоде. Сегодня днем 12-14 тепла, осадков синоптики не обещают. Сейчас в Москве плюс 12. С утра пораньше, вместе с Дорожным радио. Заложил? Паскуда. Жил-то был черный кот за углом. Кота